К другим темам. Главное правило гигиены – чистые руки. Кажется, его уже усвоили все. А вот про сортировку мусора пока такого сказать нельзя. И это при том, что на территории Кубани и Краснодара в том числе уже давно действует так называемая мусорная реформа. Контейнеры для различных видов отходов уже стоят в нашем городе, только не пользуются такой популярностью, как уже вошедшая в привычку дезинфекция рук. Но потихоньку в нашу жизнь раздел этих отходов все же придет. Уже до конца этого года в нашем регионе установят еще 4500 таких баков. Но готовы ли краснодарцы к этому нововведению? Если говорить по Краснодару, то сегодня более 300 контейнеров уже установлено для селективного сбора. Жители очень активно участвуют в разделе этих отходов. И, в принципе, я думаю, то, что нарастающим итогом мы будем внедрять селективный сбор на территории всего города, и в ближайшее время результаты будут видны. Разноцветные баки не только выглядят симпатично, но еще и призваны нас дисциплинировать, чтобы не на пустых словах проявлять заботу об окружающем мире, а на деле. Кстати, подробнее о мусорной реформе расскажем завтра в программе «Действующие лица».